Все, помолчали. Помолчите, пожалуйста. Нас больше 50 человек. Поэтому минуточку внимания. Я с радостью, с вдохновлением и с счастьем в душе приветствую участников сегодняшнего выезда в Затоку, которые поверили в то, что будет солнце. Давайте. Вчера наш посыл был: не погода делает нас, мы делаем. Все прекрасно, все уже отлично, и мы здесь. Мы на свежем воздухе, мы в Затоке, мы дышим свежим морским воздухом. А с Ливана доносятся запахи травы, полыни, камышей и всего остального, так что вдыхайте живительный коктейль. Поприветствуем руководителя. Руководитель, который нам предоставит. Огромный пляж, пустынный, плоский, чистый пляж возле синего моря, барханы. Летом здесь будет жарко, полно людей, а сейчас мы прекрасно приехали, я вижу, что все одеты по погоде. Все замечательно, значит, мы приехали вовремя для того, чтобы отдохнуть. Программа у нас такая. Самое главное, туалет. Он находится в 20 метрах от этого места, если повернуться спиной к морю. Синяя будочка. Справа Ж, слева М. А так, вот и располагаем. А окрестные кустики предлагаю не поливать, не удобрять. Мы культурные люди. И больше не будет, если мы будем вести себя неприлично. Значит так, туалет. Туда. Салфетки можно взять тут у нас в пакете, потому что там не взяли мы туалетную бумагу, возьмете здесь. Следующий вопрос. Расписание. Сейчас мы вам даем время на то, чтобы прийти в себя. Потом все свои сумочки складываем в одно место. Ответственный за складывание сумочек. Кто из нас самый ответственный? Тамара. Давайте под этот стол, тут все закрыто, и тут будут дежурные, не волнуйтесь, ваши миллионы долларов не пропадут. С собой не брать ни кошельки, ни мобилки, мы тут все почистим, проверим, заберем, все будет в порядке, не волнуйтесь. Это, в общем-то, и цель нашей поездки. Я просто не хочу, чтобы вас отвлекали никакие звонки там на море. Поэтому оставляем все тут. Тут охрана, тут собаки, и тут будут дежурные, которые будут готовить обед. Первое. Сумочки все складываем сюда. Несколько человек остается для того, чтобы приготовить бутерброды. Кто желающий? Поднимите руки. Жанна Дубчак. Как всегда. Подружкой. Подружкой? Да. С Людой. С другом, еще с другом. Хорошо. Я Александр Петрович. Ага. Хорошо. Мы на три. Готовят бутерброды. Николай Милитеевич, где он? Он там уже, он готовит для нас уху. Можно к нему одного помощника. Я буду по дровам. Саша, если ты хочешь и можешь, присоединяйся. Да. Дальше. Нужны фотокорреспонденты. Я вижу, мужчины у нас с фотоаппаратами. Вот, Богатырев, второй корреспондент. Жена, он не смог, он хорошо. Хорошо, тогда у нас будет два фотокорреспондента. Все остальные, смотрите, у нас такое расписание. Мы сейчас идем на море. Дубчак я когда-нибудь убью, потому что нету сил. Из-за болтовни. Мы сейчас идем на море и делаем оздоровительные упражнения. Направлены на сохранение внимания в наших телах. Мы все взрослеем. Со временем так получается, что бежал в аптеку за таблетками, споткнулся, перевернулся, шейка бедра почему-то выломалась. Чтобы не было вот таких вот приключений с нами, нужно всегда держать.
моем теле. Вы меня снимаете? Вот это надо выложить, Виктор Галь. Особенно с возрастом. Поэтому мы будем делать дыхательные и оздоровительные упражнения на берегу моря. Я понимаю, что у нас разные категории. Есть те, которые более слабые, есть те, которые более сильные. Там не будет особо сложных никаких упражнений, то есть мы немножко сделаем зарядку, цигун, немножко походим и поиграем с мячом, с мячами. Но если вы чувствуете себя плохо, не можете стоять, отпрашиваться не надо, развернулся, пришел сюда, посидел тихонечко, помог девочкам накрыть столы, вот такое вот. Там на пляже сесть негде. Но те, которые с нами, желательно, чтобы все участвовали, чтобы вы не разбредались. Будет время походить по берегу моря, подышать воздухом. Я предлагаю не бояться. Кто может, можете разуться. У кого есть какие-то свои лекарства нужные там, можете там взять с собой или выпить, если вы боитесь. Но вообще все будет хорошо. Следующее. Вопрос. Обед. В час мы обедаем. В час обедаем и отдыхаем. Потом у нас еще будет здесь беседа, диспут, разговор или может быть маленькое соревнование между командами. Мы посмотрим, как вы себя будете чувствовать. И в 3 часа говорят ребята, что им надо уезжать. Поэтому в 3 часа мы поблагодарим это гостеприимное место. Уходим отсюда с надеждой вернуться еще раз. Вот такое у меня предложение. Сейчас смотрим. Без 20:11. В 11:10 мы ждем вас на пляже. То есть сейчас вы складываете сумки. Тамара, вы смотрите. Я вам даю ковер, чтобы это все накрыть. Может, не там, а здесь. Здесь не идем, да?